Коллеги, всем доброе утро. Начинаем наше оперативное совещание. Глава Одинцовского округа Андрей Иванов провел оперативное совещание по ситуации с очистными сооружениями Верхний Посад в Звенигороде. На объекте продолжают принимать меры для ликвидации неприятного запаха, о котором сообщают в социальных сетях жители города. Во время этой недели удалось сделать следующее мероприятие. Нарушены выпуски труб, которые подают сточные воды в аэротенке для того, чтобы уменьшить объем испарений, образующихся при истечении из трубы. Уже завершен монтаж всей вентиляционной системы и установлены фильтры, очищающие воздух над водными поверхностями. 22 августа смонтирована аэрационная система. Аэротенки заполнены на 53%. Аэротенки заполняются не быстро. Для того, чтобы обеспечить наращивание микроорганизмов, на сегодняшний день у нас уже достаточно неплохая плотность микроорганизмов, но для того, чтобы аэротенок заработал хорошо и правильно, требуется еще эта неделя. За эту неделю мы его заполним на 100%. Продолжается обработка иловых карт аэротенка биопрепаратами для предотвращения запаха. На вторичных радиальных отстойниках уже смонтированы плавающие укрытия на основе полиэтиленовых труб. Отработали версию, что у нас есть обратная тяга из канализации через систему фановых труб домов. Версия не подтвердилась, обследовали вентиляционную систему жилых домов. Вентиляционная система работает в нормативе, соответственно, будем дальше отрабатывать по очистным сооружениям. Еще одна проблема, с которой столкнулись звенигородцы – запахи от канализационно-насосной станции, устранена силами Одинцовской теплосети. Еще небольшие запахи были от магазина «Верный». Там стояла КНС, я про нее на прошлой неделе не изложил, но там мы тоже поставили фильтр, купили, который эти запахи фильтрует, и от КНС-ки теперь таких проблем нет. Работы на объекте Верхний Посад Одинцовская теплосеть выполняет с начала августа. Ход ремонта очистных сооружений находится на особом контроле главы округа. Полина Толмачева, телекомпания «Одинцова».